Родина этой рыбы – река Сигама-Сабах, Малайзия. Ее научное название – Асфронемус гурами. Ее общепринятое название – обычный гурами. Он может вырастать до 60 сантиметров в длину. Его продолжительность жизни – около 20 лет. Подходящий показатель pH для гурами находится между 6 и 8. Настоящий гурами – большая рыба со сжатым с боков овальным телом. Подобно золотой оравани, которую малазийцы называют драгоценным камнем, настоящему гурами предоставлена та же честь. Золотая малазийская оравана происходит с Малайского полуострова, а настоящий гурами родом из Восточной Малайзии. В молодости настоящий гурами не особо привлекателен. Его окраска начинает проявляться только тогда, когда рыбы вырастают в длину более 30 сантиметров. Этот охраняемый вид – агрессивная всеядная рыба. В природе гурами любят скрываться под сенью деревьев или отдыхать около корней водных растений. Они едят маленьких рыб, креветок, червей и водные растения. Самка откладывает от 500 до 1000 икринок. Икра инкубируется в гнезде, построенном родителями. Посмотрите на это гигантское существо. Этой рыбе более 10 лет. Морщины на лбу говорят о ее возрасте. У нее красные плавники, красный хвост и два удлиненных брюшных плавника. У нее также множество мелких зубов. Настоящий гурами имеет орган, называемый лабиринтовым, который позволяет использовать для дыхания атмосферный воздух. Поэтому, когда содержание кислорода в воде низкое, мы видим, как эта рыба подплывает к поверхности воды и дышит. Когда гурами погружаются, они выделяют пузыри газа. Это очень нравится аквариумистам. Эта рыба страдает от поражения рта грибком. Язва отмечена на всем протяжении рта. Однако эту болезнь можно вылечить за 2 дня. Рыба выздоравливает и снова активна. Этот гурами живет счастливо с араваной в том же самом аквариуме. Одна из общих черт этих двух видов в том, что они являются элегантными пловцами.
Способность гурами общаться с людьми делает их восхитительными.